Здравствуйте, дорогие зрители, с вами снова Лена. Кто знает, кто не знает, мы жили в Антакии, после землетрясения переехали в Анталию. Конечно, условия у меня сейчас не ахти. 2 часа я пытаюсь настроить камеру, чтобы снять мыльницу. Нет штатива, нет того, нет всего. Вот я поставила сейчас телефон на туалетную бумагу. То не можешь купить, это не можешь купить. Ну, конечно, не могу привыкнуть к этой ситуации, когда у меня дома было все, а сейчас этого нету, того нету. Многие вещи не приехали. Ну, ладно, как-нибудь приходится жить. Снять я решила мыльницу пораньше, потому что у меня дом не всегда свободный. Сейчас нас много, я живу со свекровью, с братом мужа. Он больной, брату мужа. Как говорится, свекровь больная. Вот сейчас они уехали на диализ. Я хочу снять мыльницу, потому что в другие дни здесь грум, грохот, шум. Не могу, короче. Дети у меня. Ну, ладно, начнем. В этом месяце я много мыла, конечно, не использовала. Свекровь упала, когда мы переехали в дом, сломала руку. Брат мужа пользуется жидким. Ну, дети как-то так. Что-то мне в этом месяце даже не было настроения пользоваться чем-то мылом. Ну, конечно, пользовалась, старалась, но не так, как раньше. Хочу начать с мыла, которое мне не понравилось. Вот это мыло. Я, конечно, ожидала от него большего. Глицеринка. Надеялась, что будет хорошее мыло. Оно такое вкусно пахнет. Ну вот, я его мылила, мылила, мылила. Оно может кому-то и понравится, но мне нравится мыло, которое хорошо мылится. Вот у него пенка, когда крупная. А это мыло вот увозишь по рукам, и у него вообще вот почти нет никакой пенки. Я его просто порежу в свою бутылочку, залью водой и буду пользоваться как жидкий порошок в стиральной машинке. Сейчас 4 мыла у меня лежит сейчас в мыльницах. Не принесла я их, потому что они мокрые. Активно пользуемся. Я покажу только, что мне использовано. Вот это мыло очень хорошее. Конечно, маникюрчик у меня, извините. Не могу я красить ногти, да и лака особенно нету сейчас, извините, конечно. И кушать надо готовить постоянно, с лаком не кушают здесь. Ну, конечно, жизнь у меня не так, как была раньше. Мыло американское. Вот такой кусочек, 115 грамм. Нет, 105 грамм почти что. Очень экономное мыло. Вот. Запах обалденный, конечно. Вот помылись им руки, и вот запах стоит, ну, час, наверное, на руках. Но очень долго оно смыливается, конечно. Мылила я его одна. И в день я мылю часто руки. Ну вот. Обмылочки я оставляю, как я уже раньше говорила, кто смотрел все мои видео, чтобы оставалось на порошок. Хорошее мыло. И кто хочет, чтобы мыло быстро не смыливалось, идеально. Невея. Старенькое это мое мыло. Коробочки порвались, конечно, при перевозе моего мыла. Как я говорила, у некоторых даже пакетиков нет. Вот обмылочек. Конечно, им еще можно мылить руки, но, как я уже сказала, мне нужен и порошок. Хоть оно и старенькое, вот какого оно года. В 2002 году у него закончился срок годности. Вот посчитайте, сколько ему лет. Вот 20 лет. О, 10 лет ему. Подождите, даже 20. Что это я... Я не думаю, что это срок годности.
Неужели оно такое старое? Ну, срок годности даже здесь не написан. Ну, я, наверное, думаю, что это срок годности. Ну, не может быть, конечно. 20 лет, может, было. Не может быть. Короче, оно не пропало, но оно старое, я знаю. Я очень давно его покупала. И оптом у меня много было этого мыла. Оно хорошо мылится. Пенка очень хорошая. Очень мне понравился. Запах стоит до сих пор. Очень с удовольствием буду пользоваться и дальше. Вот такое Долан. Глицеринка с семечками винограда. Обалденный запах. Такой сладенький. Глицериночка. Такой хороший еще обмылочек. Обязательно его использую. Вот такие вот у него есть крапиночки внутри, семечки. Очень приятно было пользоваться, мне понравилось. Так, что у меня еще? Оставался у меня с отеля Факс, маленький кусочек. Но я хочу вам сказать, он был маленький, но удаленький. Он очень долго смыливался. Может, поэтому у меня в этом месяце так мало использовалось мыло. Потому что все были кусочки большие. Вот 150 грамм, 105 грамм, 200 грамм. Еще там у меня лежат в мыльницах кусочки по 200 грамм. Ну вот, очень долго смыливается. Но хороший. Так, что я еще хотела показать. Вот я вам... Прошлая мыльница показывала мыло Талия. Мне его подарили. И оно уже было старое, прогоркло. Значит, у меня есть и новая Талия. Она хорошо пахнет. А вот это вот закончилось срок годности в 2021 году. В 2018 оно выпущено. Оно уже не пахнет никаким лаймом. Упал у меня кусочек, поломался. Оно просто сейчас... Оно пахнет не противно, не подмыть. Оно просто пахнет оливковым мылом. Остался еще один у меня кусочек. Я буду продолжать его мылить. И вот я не знаю, может, потому что он старенький, тоже очень долго смыливался, или мыло такое. Ну вот, пробуем. Что можно? Ну, конечно, хотела бы... чтобы оно было свежее, но ничего. Все равно приятно мылить. Оливковый запах тоже хороший у него. Так, смотрим, что у нас еще. Вот я взяла такой кусочек, как Филекс. Он маленький. 80 грамм. Он у меня сейчас лежит в мыльнице. Тоже хорошо мылится, мне нравится. Но о пустых обмывочках, коробочках я вам расскажу следующая мыльница. Потому что у меня мыло не закончилось, как говорится. Вот это мыло у меня тоже лежит в мыльнице. Тоже очень хорошо мылится, пахнет. Похоже на камей, на наш. Нравится мне это мыло. Еще у меня в мыльницах сейчас лежит вот такой зелененький кусочек Рокси Долан. Я его только положила в мыльницу, ну, чем приносить, оно даже еще не помыленное. Расскажу вам, когда смылю, помылю. Так, много кусочков, конечно, у меня не использовано. Я их возьму в эту мыльницу, и эту мыльницу я буду делать на 2 месяца, девочки. Мне так интереснее. Раньше я тоже делала на 2 месяца, и сейчас хочу. Еще у меня в мыльнице сейчас лежит 200 граммовый кусочек от Факса. Тоже хорошее мыло, но оно смылено еще наполовину, забыла сказать. Осталось у меня с прошлой мыльницы вот такой Лейси Вайкики. Маленький кусочек. Не знаю, еще не пробовала. Возьмем в эту мыльницу. Домылим остальные кусочки. Фаберлик. Вот тоже я попробую его помылить еще раз. Раньше я, конечно, один раз пробовала. Но я пробовала в прилипушках,
Не понравился мне Фаберлик. Так же, как я и говорила, у него очень мало пенки, а мне нравится такая густая пенка, чтобы она сразу раз и намылилась. И вот возюкаешь по рукам. Если не понравится, я тоже его пущу в порошок. Но сначала еще раз попробую. Даю ему шанс. Так. Ну, запаха уже почти никакого нету. Слабенький запах. Не использовала я вот такой кусочек. Он тоже прогорк. Запах у него меда чувствуется, но как прогорклый мед. Но я помню, когда я еще была дома, до землетрясения, я им пользовалась. Мне понравилось это мыло, как оно мылилось, пенилось. Еще остался у меня Иван. Такой кусочек. Обязательно используем их. В первую очередь, очень классно пахнет парфюмом. Вот. Ладно, не буду говорить. Сами поняли. Очень приятно пахнет парфюмом. С удовольствием использую. Кстати, он тоже очень старенький, кто знает. Вот мой старичок еще. Камей. Не использовала я его. Кто помнит, я показывала, рассказывала о всех видео. 2015 год здесь написано. Ну, не знаю, это дата выпуска или закончился срок у него в 2015. Ну, очень шоколадом не скажу, что он пахнет. Ну, такой слабенький очень запах у него. Еще вот старенькая у меня есть талия, что мне дарили. Подождите, это старая или новая? Я хочу посмотреть просто на срок годности. Потому что у меня есть и новая, и старая. Не написано. Ладно, сейчас мы разберемся по запаху. Нет, это новая. Не использовала это мыло. Но очень приятно. У него сладенький запах. Ежевика или малина. И вот чем-то он пахнет очень вкусно. Остался Palmolive. Я хотела использовать его для лица, но для лица у меня сейчас переехали в другую обстановку. Здесь очень много солнца в Анталии. Я уже стала черная. Еще не пришло лето, как говорится. Ну так, то жарко, то холодно в этом году. И пользуюсь мылом Dove. Вот. Оно у меня одно время текло, это мыло. Но сейчас исправилось. Будем использовать дальше. Хочу я убрать обмылочки, извините, конечно. Подождите минутку. Так, убрала, чтобы осталось место у меня. И давайте продолжать, что я взяла снова мыло. Набрала я очень много. Я хочу вам сказать, что не используется. Будем продолжать использовать дальше. Мыло-то никуда не убежит, но зато есть с чего выбрать, как говорится. Это Аман называется туалетное мыло удовое дерево. Ну, конечно, здесь уже ничем удовым не пахнет. Не знаю, что здесь еще. Юдзу. Что такое юдзу? Просто пахнет основа. Основой мыла. Вот, без пакетика у меня есть такой кусочек. Далан. Очень приятно пахнет такой банькой. Как хамам. Небольшой кусочек. Мне кажется, что здесь грамм 100. Пакет я не знаю где. Потому что муж перевозил мыло в мешках, в пакетах. Во что только не грузил. Там ужас творился, короче. Тет-а-тет, это, если я не ошибаюсь, исправьте, это болгарское мыло, 100 грамм, хочу попробовать его, девочки хвалили, мне очень тоже интересно стало. Такой
Запах у него очень слабенький. Я не знаю, может, он размылится потом. Очень слабый у него цветочный запах. Что еще? Беру то, что попадается под руку. Это мыло Дуру с эконом-пакетов. Приятно пахнет, но больше приятной основой. И какой-то очень удаленный цветочный запах. Я охрипла немножко. Извините, конечно. Это вообще мыло продавалось как мужское. Если помните, я на закупках показывала. Коробочка порвана. Но оно так Мадам Бьюти называется. Вот. Это женское или мужское было, даже не помню. По-моему, это женское. У меня есть еще мужское. Оно на такой веревочке, но оно ничем не пахнет. Не знаю, для каких целей я его буду использовать. Скорее всего, для рук. Для тела люблю пахучее мыло. Наверное, многие девочки любят. Некоторым, конечно, я смотрю, в мыльнице не нравится. Извините за кашель. Нравится, что пахнет послабее. Вот такой старичок. Не помню, какого он года. Но все знают, что, наверное, он старенький. Арифлейм. Бразильская. 15-й год. Наверное, закончился у него срок. В 15-м году такое пыльное. Угу. Пахнет шоколадкой. Приятный запах. Будем использовать. Что-то я выбирала вроде как все цветное. У меня получилось все белое. Не могу понять. Вот такой Лолис. Эконом-пакет. Помните, я говорила, что оно очень хорошо мылится. Он такой миниатюрный кусочек. Но очень он пачкает мыльницу. Поэтому не очень мне нравится. Но мылится хорошо. Тоже с эконом пакета в Дуру. Такой ударился он у меня. Тоже хорошо мылится этот кусочек, но тоже мне немного неприятен этот кусочек. У него как внутри как скраб, что ли, вот такой, как песок. Понимаете, не очень приятно мне, не знаю, мылиться. Вообще турецкое мыло хорошее, но вот иногда попадается что-то, вот, что не нравится. Activex взяла еще один кусочек. Пусть будет антибактериальное. Савон. Тоже белое. Как я выбирала? Я, наверное, выбирала самые такие старенькие. То, что мне хотелось попробовать. Так, это мыло... Новое я покупала перед землетрясением. Перед землетрясением, хотела сказать. Я не помню, я его мылила или нет. Так шибанула по камере, что она у меня улетела. Ой. Ну уже извиняйте, как снимаю, как могу, так и снимаю. Такой хорошенький кусочек, красивый штампик. Приятно пахнет розочкой. Ой, сейчас чихну. Извините, не могу нюхать пыльное мыло. Такой Discover у меня есть старичок. Хочу их использовать. Очень они старенькие. Конечно, они уже, наверное, ничем не пахнут. Цвет у них ушел. Не буду я его сейчас нюхать, разнюхивать. Вот такой пыльный кусочек. Кто помнит это мыло? Все равно хочу использовать, не выбрасывать же. Все используется для рук, там для стирки, для застирки. Вот такой отельная мылка есть, путается под руками. Оно сломалось, я просто его... в порошок положу, чтобы оно мне не болталось под руками. Вот такой шик, украинское мыло. У меня, если кто-то помнит, кто постоянно меня смотрит, у меня не было нашего мыла очень много.
пару кусочков, что я приводила с Беларуси там в 15 году, и все. Так мне хотелось попробовать наше мыло, вот украинское, белорусское, российское. Девочка мне, когда я жила в отеле после землетрясения, предложила выслать мне немножко кусочков мыла. Шик. По-моему, 13 кусочков, уже не помню, Любочка, по-моему, высылала, чтобы я попробовала, и рассказала свои впечатления. Вот, беру я кусочек в этом месяце, яблочко, очень приятный у него запах. Не буду ждать, пока испортится мыло, 140 грамм, тоже большой кусочек. Конечно, попробую, спасибо за посылочку. Это мыло с отеля, с нашего, где мы жили. Тоже надо его использовать. Отельное мыло муж мне не привез, он мне стоял в отдельном ведерке, и он просто его не нашел. Целое ведро отельного мыла, и то, что было без пакетиков, там целое ведро. Не знаю, еще привезет или нет. Возьму вот такой Далан. Тоже пакетика нет у меня. Куда он делся? Ну, все знают. Это мыло. Эконом-пакет. Возьму попробовать. Еще не пробовала. Приятный запах у него. Большой кусочек. Обязательно попробуем. Еще один старичок у меня. Грейпфрут. Цвет не изменяется у него, хоть он и старенький. Давайте так вот подвинем. Запах, конечно, изменился, но все равно использую. Как говорится, коллекции у меня половина есть, уже половина нету. У меня уже не хочется собирать что-то в коллекцию, какие-то пакетики. Испортилось настроение после землетрясения. Буду все использовать в свое удовольствие, как говорится. Хоть не все и приехало, но мыла все равно у меня много. Citrus Garden. Reflame. Тоже очень старенький кусочек. Я не знаю, какой у него должен быть цвет. Мне кажется, что он должен быть оранжевым. Но так как он очень старенький, берем использование. Используем с удовольствием. Тоже вот такой старенький кусочек. 2015 год. Он весь раскрошился у меня, вот он, пыльный такой, тоже используем и будем вспоминать, надеюсь, что он будет хороший. Еще один камечек у меня, от Зерлины Добра, посмотрим, такой у него. Бледно-розовый цвет. Ой, очень приятно он пахнет. Такой цветочный, сладенький запах у него. Обязательно использую. Может быть, даже для тела. Взяла еще один люкс. Эту мыльницу я выбирала еще месяц назад. Поэтому я не знаю, даже не помню, что я брала. Отложила все в пакете, когда я снимала вот ту мыльницу, когда мы приехали в дом. Потому что и некоторых мылок я надеялась, что все смылим. Есть, конечно, и то, что не нужно было брать. Ну ладно, пусть будет. Люкс. Приятный цветочный запах. Нравится мне его оформление. Используем. Так, возьмем вот такой Протекс. Это новое мыло, не старое. Зелененький. Классный кусочек. Иногда хочется и цветов, и запах у него обалденный. Травками, цветочками. Очень приятный. Далан. Два в одном. Не знаю, может я его возьму для лица, если подойдет. Не подойдет. Используем для ручек. Что-то он, наверное, намок он. Когда муж перевозил вещи, было мокрое все, пакеты, мешки. И вот он сам по себе, наверное, намок, смылился.
немножко, но запах хороший, обалденный. Смылим, не пропадать добру. Вот, по-моему, это тоже старое мыло, которое мне дарили. Мне подарили его очень много, по-моему, 30 штук или 28 вот таких вот. Я хочу его использовать, это талию, а потом новую будем брать уже для лица. Хорошо было бы, конечно, если бы он не был старым, но используем для рук. Два кусочка, оно тоже прогоркло. Ничем оно не пахнет. Пахнет, как говорится, только прогорклым чем-то и оливками. Но я думаю, что оно размылится и будет также пахнуть оливками, как и то мыло. Ничего страшного. Смылим, размылим. Тоже вот такой факс малюсенький с эконом-пакетов. Ну, почти ничем не пахнет. Не помню, с чем было это мыло, но мне нравятся вот такие вот факсики. Они хорошо мылятся. Как я уже говорила, очень долго смыливаются. Далан. Вот такой глицериновый. Тоже эконом-пакет. Оно, по-моему, было с виноградом. Не помню. Приятный запах. Попробуем, как он мыльнится. Мылится вот что-то, вот когда я разочаровалась после этих больших кусочков Далан. Не знаю, как будет это мылиться. Что будет не нравиться, буду пускать на порошок. Эвисса. Если кто помнит, я покупала очень много его разного. Эконом-пакеты такие в коробочках пластиковых. Вот, повылетали они с коробочек. Здесь, по-моему, было 100 грамм. Это роза. Очень приятный запах. Свежее мыло. Попробуем. Еще не пробовала. Вот такое мыло. Манолия и Орган. Не люблю, конечно, квадратное мыло. Но попробуем размылить. Воспользоваться. Тоже откололась. Ой, как приятно пахнет. Вот такой вот манолии точно. Сухое оно очень. Или высохло, или сломалось. Крошится. Ой, сейчас опять чихну. Хороший запах. Попробуем, как оно мылится. Есть у меня Орифлейм детская. Я не показываю вам пакетик, не хочу, потому что очень грязный. Я не знаю, может, он в грязь упал. Очень грязный. 2015 года. Это Орифлейм детское мыло. Все, наверное, помнят и знают. Мыломаны особенно. Пакетик у меня лежит сейчас на руках, но я его выброшу. Очень оно грязное. Используем. И вот последнее у меня мыло. Вот, я вам говорила, что с Гомеля я привозила. Гринель. Очень мне нравилось это мыло. Даже в кухне у меня последнюю мыльницу, когда я снимала, там у меня стояла коробка с мылом. Муж даже ее не забрал. Там очень много было этого мыла. Тоже старенькое, но... Хоть оно уже пахнет прогорким, но очень мне нравится, как оно мылится. Такая пенка у него хорошая, как по маслу. Ну вот, такая у меня получилась шикарная большая мыльница. Надеюсь, что я все смогу смылить. Мыла много, целая тумбочка, целый шкаф. Может, муж еще привезет и остальное мыло, не знаю, у меня было там около 1000 кусочков, если помните, а сейчас я даже не знаю, сколько у меня осталось, ну, 500 точно есть, наверное. Многого мыла, конечно, нету, ну, ничего не поделаешь, жизнь такая, слава богу, живы, дети живы, ну, что ж поделать. Вот, девочки, когда использую, вам расскажу обязательно, надеюсь, что в этом месяце я больше использую. И будем пробовать еще больше мыла с вами. Ну вот, мыльница у меня на 2 месяца. Вот такая. Спасибо вам за просмотр. Кому нравится, ставьте лайки. Кому не нравится, ну, могу понять. Спасибо вам.